Сделаем мы это. Короче, мы смотрим, как стать феечкой, как попасть в ВВК. Правда, между прочим, я был в ВВК, кто не знает, я раньше выпускал такое вот шоу, как «Феечки под надзором». И один из выпусков этого обзора на феечек, один из подписчиков, или же кто-то еще, рандомный, короче, чел, запостил в ВВК мой видос, сказал, что я, типа, главная феечка, еще что-то такое. Так что, профит. Меня пропиарили. Неплохо, неплохо. Это было очень давно, но все равно неплохо. Если вы дегенераты, вам нечего делать, то это видео для вас. Как стать настоящей феечкой? Первый шаг для этого — создайте свое. Пегасы, единороги, земные пони, забудь про них. Зачем вам эти гнищи, когда есть силиконы? Создайте свой ос как можно больше яркой и блестящей. И не забудь про радугу и невероятно высокий рост. А также пусть твоя ос будет сестрой Селестии или женой Билла, или любовницей Джеффа. Ты все? Что? Отлично. Теперь создайте еще одну такую, пусть они будут парой. ВВК это любит. Помнишь, чему тебя учили в школе? Забудь про это, потому что, чтобы стать настоящей феечкой, тебе это не нужно. Идем дальше. Аватарка. Запомни, чтобы стать настоящей феечкой, у тебя ава должна быть... Давайте я на полный открою. Хочу досмотреть. Все-таки. Миллиарды раз ярче твои ос. Добавь блески. Тот, кто зайдет на твою страничку, должен ослепнуть. Неважно где. Феечки, они в одноклассниках. Феечки. Радуга, блески, вырви глази. Все это должно быть на твоей аве. Идем дальше. Если вы хотите стать феечкой-ютубером, то вы должны снимать либо на телефон, либо не на крякнутый бандикам. Творчество. Вы должны стать как можно хуже. Пусть волосы будут соломой, а солома облаком, а облако волосами. Ты что? Забудь, чего тебя учили. Все должно быть криво и неаккуратно. При рисовании всегда выходи за контур. Еще лучше рисуй пальцем. Забудь про него. Выкинем из последнего этажа небоскреб. Неважно где, да хоть в Китае, всем пофиг. Зато есть что детям рассказать. Первый раз сломи на две части и выкинем хитрым собакам. Рисуй мышкой, сука. А если вам рисовать самим слишком сложно, то перекрасить чужой арт. Вы великолепны. Вы чудесный аниматор, и ваши анимации на ютубе набирают до хрена лайков. Забудьте, что вы делали. Анимируйте, как я, до своего рождения. Анимация должна быть настолько хреновой, что дизлайков больше, чем просмотров. Нифига, сколько там... В смысле, дизлайков должно быть больше, чем просмотров. Ну все, молодцы. Лексикон, говорить как пятилетка, считай себя взрослым. Ну типа настоящая клубная ТПшка в 5 лет. И вся эта мимика, жесты. Помните богиню Маргариту? Говорить как она, только еще хуже. Поздравляю и сожалею вам о том, что мои советы вам помогли. Пока. Окей, это было достаточно таки забавно. Из-за этого и 200 тысяч просмотров, и 8800 лайков. По-элински. Не, это очень забавно было. Ну... Ладно, запись видоса заканчиваю. Кому понравилось, то ссылка в описании, не знаю.